Всем привет, дорогие друзья! Это снова очередная распаковка посылки с Китая, заказана с AliExpress. Здесь я заказывал цветок, кажется, на солнечной батарее. Сейчас будем распаковывать его. Дошла она ко мне где-то за 30 дней. Сейчас посмотрим, в целости ли она, в сохранности. Так вот, сам цветочек, как видим, вроде бы целый. Сейчас мы попробуем его открыть. Здесь степлером закрыли. Сейчас, секундочку. Так вот. Сейчас снимем скобы. Да, хорошо так запечатал. Вот сам цветочек. Главная особенность этого цветка, как вы уже поняли, наличие солнечной батареи. При попадании источника света в этот экранчик происходит колебание самого цветочка и двух этих лепестков. Остановим. Начнем светить именно в этот экранчик. Начинается колебания, как вы видите, все быстрее и быстрее. Конечно, при дневном свете оно будет еще лучше, но есть что есть. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч!